Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Битвы Чемпионов от Marvel. Давно я в нее не мог зайти, я думал уже аккаунт потерял, но как видите, сегодня у меня получилось. Не знаю, в чем там были проблемы, ребята, поэтому долго я ее и не снимал. Ну что же, давайте мы с вами будем продолжать проходить основную сюжетную линию. Мне ее хочется добить. Так что поехали. Так, и у нас тут Халк. Поступает сообщение. На Земле ИЗО-8 является редким химическим веществом. Оно таинственным образом взаимодействует с нашими силами. Но в мире битвы им пропитан сам воздух. Может, это оно так влияет на силу воли чемпионов? Скорее всего. Ну что же, Халк так Халк. Поехали, ребята. И будет у меня против Халка драться Гамора. Да, я думаю, что она ему как раз наваляет хорошеньких люлей. Как говорится, пускай знает свое место этот зеленый отпрыск. А мы будем сейчас вот дубасить. Во что бы то ни стало. Ну, что-то все равно, ребят, какие-то проблемы с загрузкой. Все это очень долго у меня почему-то идет. Так, ну, здорово, зеленобобик. Ах ты, смотри, что делать. Нет, братишка, я думаю, что блок тебя здесь... Опа! Неплохо накатил. Так, мы в отмесочку ему... Оу! Блин, оглушение. Вот не вовремя. Не вовремя все это, ребята, как-то. Так, зеленый, ты меня достал уже на самом деле. Пора, по-моему, с тобой завязывать, блин. Блин, я хочу его добить комбо. Ой, комбо. Суперударом. Какой-то комбо еще тут придумал, а? Комбо мы и так с вами прописываем ему. Ну, рискнем. Эй-яй-яй-яй, не успел, ребята. Не успел нажать комбинацию вверх, ой, вниз. Вперед, чтобы прописать. Да и фиг с ним, в принципе. Главное, что победили. Вот теперь нам нужно определиться, куда мы пойдем с вами. По верху или же по низу. Так, по верху все понятно. Давайте по низу рванем с вами. Тут у нас Тор будет. Потом это голова железная, или как его там звать. Да-да, именно с Тором мы будем драться, мисс Марвел. Самое то, что нужно. Как раз для него. Поехали, ребятушки. Да что ж такое, что ж долго так идет загрузка у нас, а? Видимо, все равно что-то барахлит. Ну, опа, нормулька. Так, не забываем, что у него, ребята, молния. Оу, сбил меня. Ах ты гнида. Такая подзаборная. Да-да-да, именно молниями он руководит, поэтому будет тут всячески стараться нас подловить. Ну, я, естественно, тоже не промах, ребят. Как видите, кумарь его потихоньку. Ну, добивочный, все. Отдыхает, расслабляется у нас Тор. За предыдущей серией я, по-моему, получил только лишь одного героя, двухзвездочного. Но это не важно, так как он мне не нравится. Так, и это у нас, как его там звать-то, я уже забыл. Точно, то самое заклинание, из-за которого мы подчиняемся битве. Которое держит наши разумы в плену. Это вовсе не магия. Это ИЗО-8 замораживает нашу силу воли. Как тебя звать-то, я уже не помню. А, железный кулак, по-моему, какая голова. Точно, железная голова. Ой, это у меня скоро, наверное, будет железная голова от всех этих игр. Я уже всех позабыл, всех перепутал. Так, ну что же, поехали. Я думаю, что без проблем Кейбл у меня тут с ним справится. Сейчас я на него попробую как-нибудь повесить дегенерацию. А, нормулька, все получилось, это хорошо. И теперь будем уже просто-напросто его разбирать. Ах ты, гаденыш, подлавливает. Оу, каратека хренов. Получи и распишись, родной. Все, отдыхает. Ха, Кейбл, как всегда, на высоте. Да, довольно быстро мы как-то с вами идем, но это, в принципе, и хорошо. Чем быстрее мы с вами пройдем сюжетную линию, тем быстрее мы приступим к другим видам игр. Так, что такое, блин, засада мне тут еще, а? Не будем, ребят, никого менять, порвем его зверем и дальше пойдем, как говорится, проходить просторы Марвела, ё-моё. Ну давай, грузись быстрее, ё-моё, мне не терпится накумарить этого адаптоида. Ух! Так, подожди, что-то он больно как-то рьяно начал. Но, видимо, очень быстро и хорошо закончит. Открывать потери. Все, ребят. Так, продвигаемся с вами дальше. Там у нас кто будет впереди? Ага, Алая Ведьма. Как раз, роднулечка, ты-то мне и нужна. Жалко, здесь не как во многих играх, ребята. Так, возьмем Кейбла.
что вот если мы проходим, да, подбиваем, и нам бы доставались бы карточки этих героев, которых мы побеждаем. Мы бы с вами так намного быстрее бы смогли бы развиться и приобрести как можно больше персонажей. Ну нет же, здесь, как полагается, нужно собирать... Эх, что тебе надо? Нужно собирать кристаллы, осколки и так далее и тому подобное. Только из них мы можем получить своих супермощных героев. Так, ты меня достал уже, действительно, а? Ты смотри, все удары прошли в блок. Хотя, ребята, она теряет кровь. Сейчас, наверное, у нас... Нет, все закончилось. Не, все равно победа будет за нами, ребят. Ну, да что ты будешь делать, а? Все, колдуешь? Ну вот и валяйся теперь. Колдунья. Двигаемся дальше. И у нас, по идее, мы с вами вот эту вот пройдем. По-моему, еще будет там две миссии. И сценарий будет завершен. Так, адаптоид. Сообщение. Именно так призыватель избыток из-за 8 лишает чемпионов самоконтроля. У нас нет выбора. Мы обязаны сражаться по правилам битвы. Тебе выпало сделать то, чего не можем сделать мы. Сражайся за нас, призыватель. Освободи нас. Хорошо, как скажешь, чало. Будем вас освобождать. Адаптоид. Что с ним делать, ребят? Давайте Гаморой, может быть, а? Да, какая разница. Хоть у нас и нету классового бонуса, но я думаю, что мы его сейчас просто разорвем в хлам, в тряпки и по ветру разбросаем. Блин, какой-то я жестокий, а? Что-то больно, как-то у меня грубо это все получается. Но у меня нет слов на этих уродцев, ребят, потому что они меня раздражают, если честно. Я больше люблю играть именно против... Оу, так... Что-то мне это напомнило. По-моему, он изображает из себя алую ведьму. По крайней мере, тот же самый удар был. Так, ну что же, Гамора, как всегда, у нас победитель. Мы с вами продвигаемся. И, по-моему, сейчас уже будет заключительный у нас тут бой. И это Спайдермен. Эй. Блин, опять эти проблемы при подключении к сети. Вот, кстати, вот эта вот проблема меня тоже, ребята, бесит. Не понимаю, почему и как это получается. Сообщение. Доставка на дом с пометкой «Срочно». Надо же, какое унижение. С приветом от любезного соседа Человека-паука. Ну что же, здорово, паучок. Раз ты такой самоуверенный, будем тебя, естественно, наказывать. Так, кого взять-то? Давайте вот так попробуем. Я думаю, что Марвел, наверное, его просто порвет сейчас. Да что ж такое-то, опять что-то подглючивает, подвисает. Ну, как всегда, проблемы при подключении к сети. Ладно, ребята, немножечко подождем, я думаю, все стабилизируется. Мне единственное хочется знать, это у меня проблемы с подключением к сети или это на сервере? Эй, по-моему, все довольно долго затянулось, вам так не кажется? Мне это уже начинает нервировать. Ну, хорош, ух, все, наконец-то прогрузилось. Я уж думал, придется сейчас перезагружаться. Ну что же, значит, Человек-паук у нас тут, да? Самоуверенная букашка. Ну давай, 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 иди сюда. Оп, ай, промахнулись. Пробитие брони. Ха-ха-ха. Недолго, недолго он веселился. Тихо, тихо, тихо. Угу, конечно. Не на ту напал, елки-палки. У меня же Марвел. Мисс Марвел, все-таки, как-никак. Черт, он тоже в блоке все простоял, ребята. Ну и заключительный удар. Да, отдыхает Спайдерменчик у нас. Так, ну мы с вами по ходу дела завершаем, да? Вот это, так сказать, эпизодик, подэпизодик. Так, это у нас была четвертая, которая называлась Пантера. Вот наш Ревард. Угу, отличненько все. Вернуться к заданиям. И сейчас мы посмотрим, ребята, что нам откроется. Ага, вот Пантеру прошли, тут у нас пятый, это будет гений и шестой завоеватель. Я думаю, что сегодня мы, наверное, с вами пройдем и гения, и завоевателя, чтобы уже закончить вот с этой подмиссией. С ресурсами тут что-то все непонятно. Так, это у нас что? Ну, понятно, здесь у нас донат, да? 379 рублей, полторы штуки, полторы, нет уж, спасибо. Так, а кристаллы я обязательно, ребята, открою, будем открывать их на ускоренном. Что такое? Ага. Два кристалла. Давайте посмотрим. Открыть. Ну, понятно. И за 8 нам здесь достается. А мы возвращаемся с вами на миссии. Так, обзор заданий. Это сюжетные задания у нас. Думаю, отвлекаться мы пока не будем с вами. Поехали. Так, гений.
Железный кулак у нас, да, здесь? Почему-то. Так, командочку оставляем прежнюю и приступаем к выполнению. Новое сообщение. Эй, призыватель, прости, что тогда тебе накостылял. Ха-ха, ты мне... Не помню такого. Мне было невдомек, что я делаю, но теперь, благодаря Алой Ведьме, я это знаю. И я собираюсь как следует разобраться в этом мире битвы. Ты смотри-ка, а? Как заговорил. Хорошо, надеюсь, ты здесь разберешься. Куда же нам рвануть? Ох, какая здесь здоровая карта, ребят. Слушайте, я думаю, наверное, мы пойдем с вами опять же по низу. Тут у нас кто? Марвел будет первая. Первая и последняя. Так, две звезды золотые. Хорошо, давайте-ка вот так, наверное, сделаем. У нас небольшое преимущество перед ней, так что должны, в принципе, победить. Я не знаю, когда мы с вами найдем достойных противников, с которыми можно действительно будет очень хорошо повоевать. Пока мы их разбираем всех на ура. Тихо, успокойся, капиташа. Да елки-палки. Какие удары по щам получаю. Оу, ладно. Не вовремя, Гаморка, ты это сделала. Не вовремя совсем. Давай, вот так вот. Кровопотеря пошла, еб мое. Ну, да, готово. Птичка, как говорится, отпела свое. Ну, а мы, естественно, будем с вами продвигаться дальше. Так, и у нас там Алая Ведьма, по идее. Ну что опять, ё-моё. Поступает новое сообщение. Мир битвы не должен существовать. Его просто не может быть. Осознать подобное сложно даже такому сверхгению, как я. Карманная вселенная. Космический моторчик, сталкивающий время и пространство. Ну, где-то ты прав. Что-то, в принципе, так оно и есть. Алая Ведьма против Кейбла у нас будет. Такой вот мы хотим сделать бой с вами. Вы прекрасно знаете, что Кейбл у меня не из робких парнишек. Особенно со своим суперударом дегенерация, где просто-напросто... Дегенерация или Нет, дегенерация все-таки, да. Регенерация — это когда восстанавливается ХП, а дегенерация — это когда наоборот отнимает жизнь. Так, тихо-тихо, ведьмочка, да успокойся, роднуля-то моя, а? Что такое? Я не пойму, у тебя плохое сегодня настроение, что ли, а? Ты посмотри, блин, раздухарилась бабенка, а? Так, вот. Как так? Почему? Почему не повесил? Ну-ка. На-ка. И все в блок, все в блок, ребят. Ну как так вот? Что за хитрая жопа я такая, а? Барышня, я не пойму, мне достал сегодня. Блин, пол хп отняла, блин, Кейбл, ну как же так? Ну, я на тебя тут, понимаешь ли, все, так сказать, свои силы возложил, блин, а ты меня вот так вот подводишь. Ну, это не дело, надо тебе немножко как-то взять себя в руки, что ли. И следующий у нас оппонент — это Черная Пантера, принц Чала. Хорошо, он хотя довольно сильный, но я думаю, что мы с вами возьмем Кейбла. У нас будет классовый бонус против него. Так что давайте приступать. Ну давай, давай, быстрее грузись. Грузись, говорю, быстрее, блин. Меня там Черная Пантера уже ждет, заждалась. Ага. Оу, ребята, смотрите, хорошо идем. Очень даже хорошо. Главное не попасть под его суперудар, нафиг. О, о, видите, только сказал, блин. Все, я думаю, ему хана. Блин, все-таки пару ударов он мне прописал. Но, как говорится, все идет к одному, что наш противник будет повержен. Отличненько, мы с вами двигаемся дальше. Довольно быстро и хорошо идем. Я не буду, ребята, полностью эту карту проходить, хотя стоило бы, на самом деле, потому что тут будут довольно хорошие призы. Так, что такое у нас? Невероятно, здесь перемешались отрывки прошлого, настоящего и будущего. Те чемпионы, которых мы потеряли, и те, которых мы еще встретили, существуют бок о бок. Мы сражаемся со своими друзьями и даже сами с собой. Очень хорошую речевку толкнул у нас Железный Человек, но Тору, я думаю, от этого легче не будет. Давайте-ка Марвелом попробуем. В прошлой боевке мы довольно неплохо его заколбасили, так что, думаю, сейчас мы тоже так же пропишем добротно ему сладких свежих люлей. Так, понеслась. Надо остерегаться его молний. А в остальном он, в принципе, ватный. Воу-воу-воу, крутит он мне тут, а? Молотом своим, эй, угомонись, Тор. Блин, ну все равно как-то здесь он... Черт подери, нифига прописал.
Зря, братуха, зря ты так делаешь. Будем, ребята, такую тактику. Ай, хотел отступление нападения, но, по-моему, надо будет просто напором его бомбить. Смотри, блокирует, блокирует все, а. Так, тихо-тихо, оп. Оу, подловил меня все-таки, гаденыш. Ну все, он за это ответит. Так что, ребята, у него ничего такого нету. У меня есть для суперудара, но он мне, в принципе, не пригодился. Упал Тор. Не стал он, видимо, дожидаться, когда я войду в гнев. Ну, в принципе, и правильно сделал. Ну, а мы с вами продвигаемся дальше. Ух ты, здесь очень много пространства, пустого причем. Дракс. А, ну ладно, давайте тогда его накумарим. Остается только одна возможность. Мир битвы не может быть естественным явлением этой вселенной. Этот кошмар кто-то создал, причем не коллекционер, у кого хватило силы. Мое время на исходе, теперь все зависит от тебя, призыватель. Так точно, блин, командир Железный Человек. Все зависит именно от меня. Я даже в этом не сомневался. Ну что, Дракс, давай, наверное, подеремся. Гамора. В принципе, да, будем драться, как говорится, с одной сказочки. Два персонажа, и они друг друга стоят. Дракс тоже у нас такой парень, не из робких. Любит своими ножами тут фигарить. Или ножи, или мечи, я не знаю, что это у него в руках. Но когда он прописывает ими, нам довольно больно становится. Оу, щит, вот о чем я вам, ребята, и говорил. Так, ты смотри, что-то они в последнее время очень любят вставать в блок. Так, пробили мы его. Оп-оп-оп. Черт тебя подери, а. Головастик ты лысый. Вот так вот. Получил свое там? Что-то еще там скулит. Лежит и скулит. Как говорится, знает собака, чем мясо сожрала. Ох, ребята, и у нас тут железный кулак. Довольно быстро мы с вами все это делать прошли. Сообщение. Давай, призыватель, ты их строишь, я их луплю. Второй раз с этими кулаками они здороваться не захотят. А второго раза, наверное, я думаю, и не будет. Сейчас просто мои ребята тебя разберут под запчастям. И все. Что ты так выделываешься-то? Ты просто не знаешь, кто такой Кейбл, ё-моё. Пора тебе познакомиться поближе. С его щупальцами, так скажем. С его пухой. Ага, рьяно начал. Как тебе это, а? Нравится? Что такое? Что ты не в духе, а? Вот, щупальцы мои. Познакомился? Здоровье теряешь. Фу-ху. Все. Да, ребят, я всегда заметил, когда кто-то начинает выделываться или слишком много о себе тут показывать, тот быстро и ложится на пол у нас. Ух, победушка. И я думаю, что нам стоит переходить к следующей заключительной части. Так, понятно. Три кристалла, карточки, золото. Тут что у нас? Изо 8. Мало, конечно же, но тем не менее. Так. Получается у нас, да, завоеватель, ребята. Вот. Сейчас мы ее пройдем. В принципе, это будет очень хорошо. Уже следующая серия у нас, наверное, будет с вами с новой главы. С новой главы, да? Или с новой миссии. В общем, сейчас пройдем, там уже разберемся. Так. Этот мир битвы не просто какое-то карманное измерение. Он сделан из ИЗО-8. Я прав? Я знаю. Так значит, ты прав, Канг? И что хорошего тебе это дало? Тебе все равно придется победить в битве, если хочешь получить изосферу. Кто такой Канг? Вот что меня интересует. Я вначале думал, что это... Так, а здоровье камень получили? Ты найдешь здесь свою смерть, призыватель. И никто тебя не оплачет. Ах, ты так, да? Ладно. А он думает, что его кто-то будет оплакивать. В этом я очень сильно сомневаюсь. И даже Дэдпул тут тебе не поможет. Хотя Дэдпул мне нравится. Честно говоря, я хотел бы себе этого персонажа получить. И Маддока хотел бы. И Таноса. О Таносе я вообще только могу, наверное, мечтать. Еще ни в одной игре я его не получил. Хотя, ребята, в Strike Force мы скоро, наверное, с вами его получим. Возможно. Так что, ребятушки, там следите за игрой. Ох, ты посмотри, посмотри. У Дэдпула довольно неплохой реген был. Я думал, что он все-таки успеет отхилиться, но нет, не успел. Ну и фиг с ним, мне его не жалко.
Так, продвигаемся. Куда пойдем, ребят? Смотрите, у нас выбор. По верху, опять же, или по низу. Или посерединке. Давайте пойдем по самому-самому низу, я думаю, да? Так, здесь мы заберем кристалл здоровья. Ну что, опять, елки-палки, со связью там проблемы? Ну, конечно. Ай, ладно, подожди. О, ну хоть быстро на этот раз. Так, звездный лорд у нас здесь. Кого возьмем? А у нас тут, смотрите, и Гаморушка может его победить. И Марвел. Так что давайте быстренько его закумарим. Да, кстати, я еще также восстановил аккаунт на Future Fight, поэтому, возможно, вскоре будут новенькие серии. Ну что ты, лорд? Кстати, лорд вот здесь именно как-то больно ватно выглядит. Ничего у него такого суперского нету. Ну да, у него супер удар с пистолетов с этих стреляет. Ну и вот этот сейчас. Реактивный ранец. Так, оп-хоп. Интересно, можно было бы здесь вот менять своим персонажам скины? Это было бы довольно неплохо, как вы думаете? Так, ну что же, очередная победа за нами. И мы продолжаем. И здесь у нас будет... Так, шторм. Циклоп, шторм. Блин. Ну давайте шторма заколбасим. И пойдем еще с вами ниже. Канг бессмертен. По сравнению со мной, у тебя жизненные силы, как у червяка. Ох, ё-моё, ты посмотри, он просто надо мной издевается, он смеется мне в глаза. Блин, ну Канг, как бы мне до тебя добраться, а? Канг же это не Танос, ребят, согласитесь? Я думаю, что нет. Канг это Канг. Хотя он чем-то похож, да? Фиолетовая рожа противная, блин. Ну что, что, давай. Повеселимся маленько. Что ты там стоишь? Выжидаешь, видимо, свой суперудар. Да, он у нее накапливается. Почему у врага быстрее всего накапливается суперудар, а? Ух, дегенерация, все. Ты у меня в кармане. Так, у нее две ячейки накопились на суперудар. Сейчас, наверное, будет что-нибудь предпринимать. Блин, не прокатило, к сожалению. Во-во-во-во, о чем я вам говорю? Обязательно будет тратить. Да еще и оглушение, блин. Пока. Роднуля. Кстати, она здесь как-то мерзко выглядит. С этим ирокезом она раздражает, если честно. И костюмчик у нее какой-то не ахти. Так, давайте, наверное, пойдем в самый низ. Я хочу с русским Ванькой подраться. Да-да, именно с ним. У него две серебряные звезды. Ух, довольно такой сильный парнишка. Ну, думаю, что Марвел должна его победить. Блин, интересно, а я могу, если у меня, например, три золотые звезды, получить из них три серебряные или нет? Так, скорее всего, наверное, могу, если мне выпадет трехзвездочная золотая еще одна карта. Только в этом случае. Ты достал уже меня. Ну, где твои бойцовские навыки, а, Колос? Я не вижу ни броско... О, пошел, пошел, пошел. Вот она, борцуха где. Скрывалась, блин. Слушай, смотрите, я его бью, бью, а он довольно такой крепкий парень. ХПшки у него отнимаются очень-очень медленно. Опа! Промахнулся. Так, ребята, у меня супер удар. Очень мощный. Посмотрим. Опа! Слушайте, довольно козырно прописали мы его в грудак. Осталось только лишь уложить его в кроватку спать. Да что такое? Ты посмотри на дорожку, что прописывает мне, а? Вот так вот. Я же говорил, баньки будет. Все, отлично, продвигаемся дальше. Кто там у нас будет по сценарию дальше? Опять будет сейчас Канг тут. Так, ну здесь энергию обязательно надо восполнить, иначе у нас ничего не получится по продвижению. Ящик один получили, второй и Вижн, да? Блин, засада. Ладно, давай зверем порвем его по-быренькому. Не будем никого менять. А Вижн, ну Вижн в принципе тоже хорош, мне нравится он, но... Как противник он никто. По крайней мере, вот в данный момент, когда у него две звезды. С адаптоидом даже я не буду разговаривать, ребят. Сейчас вот просто его... Опа! И все. Ты смотри-ка, а! Не припухли, родной? Ты чмошник. Вот так вот, лежи и отдыхай. Ладно, мы с вами добрались, в принципе, до Вижна. Если интересно у него из головы вырвать вот этот кристалл, он умрет или нет, а? Кто знает.
Мне кажется почему-то, что да. Вся сила, скорее всего, у него именно в этом кристалле, который во лбу. Ага, речевка. Мной, коллекционер, хотя бы никто не управляет. Пришло время твоего сражения, Канг. Сосредоточься на игре. Угу. Будет он сосредотачиваться, как же. Так, ну что, ребят, давайте, наверное, Марвел... О, нет, нет, нет. Возьмем Гамору. У нее хотя бы ХП побольше. И у нас классовый бонус. Да, но со здоровьем как-то кисло. Слушайте, ну я думаю, что нам этого хватит, чтобы одолеть-то его, этого плащевку. Сейчас все посмотрим и увидим. У меня 67%, ребята. Так, смотрите, смотрите, опять блокируется, а? Опа, оп, я тоже так умею. Оу, пробил, как пробил ты мне блок? Сосунок. Давай, давай, давай. Тихо, тихонько, тихонько. Оп, будем так вот. Оу, хорошо, что у меня блокировочка-то сработала, а? Лазерок-то он свой профукал. О, прям под удары лезет. Сам напрашивается. Опа. Ха, теперь моя очередь. Так, погоди. Не получилось, хотел. Да ё-моё, ты достал уже. В самом-то деле. Два раза мне сбивал мой суперудар. Точнее, комбинацию мою. Хорошо, мы его одолели. И тут у нас... Хрен да маленько осталось. Так, опять же, ребята, тратим энергию. Кто тут у нас? Росомаха. И в конце железный человек нас будет поджидать. Ладно, я не возражаю. Ну что, Кейбл, покажем росомахе, где раки зимуют, а? Как говорится, пожарим шашлычков на его ногтях. Когтях. Так. Тихо, 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 не надо буянить. Надо делать все аккуратно и осторожно. Угу, конечно. А ты, блин, говнюха мелкая. Подловить успел все-таки меня. Слушайте, ребята, мне бы, конечно, дегенерацию бы на него повесить, но он мне не даст, почему-то кажется. Оп, ну-ка. Ага, поймал я его все-таки. Ну все, теперь дело за малым. Просто навалять ему хорошеньких люлей. На, ах ты, смотри. Уверу, блин. Вот он шустрый, а. Уворачивается. Ну вот он и допрыгался у нас. Пока, росомаха. Рад был повидать тебя. Ну, а мы переходим к железному человеку. Это заключительный боец у нас на этой карте. Так, будет что-нибудь здесь такое хорошенькое нам рассказывать? Опять загрузка, блин. Так, сундучок забрали. Ага, сообщение. Вернулся за добавкой, а? Я впечатлен, но все равно не дам тебе просто так уйти. Ну ничего себе у тебя, братишка, замашки. Давай посмотрим для начала. Так, ребята, у меня все покоцаны, мне приходится просто выбирать зверя, так как он единственный, кто с целыми хпшками. А тратить я хилки не хочу. Ну, оп-оп, неплохое начало. Так, отлично. Блин, хочу на него повесить, ребята, кровотечение. Так, а он усилился. О, еще лазером своим тут припечатал мне. Вот это ты зря, ты просто меня злишь. А знаешь, когда зверь в гневе, то ничего нет опаснее. Так, ребята, хочу прописать ему суперудар. Надо подловить. Отлично, поймай. О, посмотрите, какая у него регенерация идет, офигенная. Просто отхиливает себе пол хп, обалдеть. Пол хп, блин, ну не пол хп, пол полосочки жизненной, вот так будет правильно сказано. Черт, ты достал меня уже, а, человечишка, блин. Да ядрёна вошь, ну, зверь, ну, напрягись, малька. Вот, все. Теперь он точно валяется и отдыхает. А мы дальше продолжаем читать книжечку. Ну что же, мы, в принципе, с вами прошли это дело. Забираем свой реворд. Ух, шестая миссия, да, была? Завоеватель называлась. Так. Ну, тут и за 8, как всегда. А, даже энергию дали. Так, вернуться к заданиям. И я хочу посмотреть, что у нас следующее будет. Потому что, чтобы нам определиться. Ага. Начало междоусобицы, да? Глава 4. Вот это вот уже будет окончательное. И потом мы с вами перейдем во второй акт. Ух, как-то так, ребята. Так, ну а пока что нам посмотреть, интересно, а? Потому что начинать будем четвертую главу уже в следующий раз, в следующей серии. Так, вскроем мы с вами все кристаллы из-за 8.
Сколько у нас там? 7 штук? 8? 7. Отлично, даже энергию дали. Неплохо. Так, осколки, осколки. Блин, осколков у нас очень мало. Ну, потому что, ребят, я там не дерусь, не зарабатываю их. Все это будет у нас в дальнейшем. Так, а может быть, по ПВПшится где-нибудь, а? Это кто, Электро? Нифига, у него костюмчик. Так, востребовать надо. Что у нас тут? Веха. Так, битва мутантов. Все забрали, получается, да? Катализаторы у нас так лежат. Ладно, бой. У нас один бой почему-то отмечен. И это конфликт. Но нам... Хотя почему бы и нет. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь такое. Продолжить, продолжить. Так. Информация об арене. Так, а что у нас тут за информация такая? Направьте своих двух или трехзвездочных чемпионов на арену и получи шанс выиграть трехзвездочного Корвуса Глейва. Ну, давай отправим. Так, это у нас будет Марвел. Кто? Колос. Естественно, Колос. А, вот, ребята, Халк Бластера я получил в прошлый раз. Давайте так вот сделаем, наверное. И Колоса все-таки. Все. Ищем матч. Кого нам дадут? Слушайте. Ну, меня, в принципе, устраивает. Да? Так, продолжаем. Ох ты, ох ты. Ладно. Была не была. Конечно, меня расстраивает Халк против, извинения, Черного Грома. У меня даже 168 атака, а у него 309. По-моему, это атака или мощь. Ладно, будем с вами пробовать. Так, железный кулак. Блин, жалко, ребят, что мы играем с вами вот против ботов. Хотелось бы с реальными игроками поиграть. Согласитесь, это было бы вообще круть. Почему они не могут этого сделать? Ума не приложу. Неужели на турнирах тоже мы будем играть с ботами? Так, все. Ну что же, первая победа за нами. Мы получаем там определенное количество очков. Вот сейчас будет интересно, конечно. Мы будем сейчас играть Громом против Халка. Насколько я помню, Халк, он сам по себе очень мощный. О-о-о. Да. Ладно, я сдаваться не буду. Вдруг все-таки получится. Так, ребят, мне главное накопить себе на суперудар. Будем его пробивать именно им. Осталось совсем немножко. Есть, готов, ребят. Пора, наверное, прописать ему хорошенько. Опа. Да, не очень много, конечно, отняли. Но, тем не менее, что такое? О, хорошо наваляли, пока он был без сознания. Так, главное не пропускать удары. Блин, как же мы отнимаем-то у него медленно, а? По 1%, грубо говоря, за удар. Что, тихо, ребят, у него усиленная атака сейчас включена. Опа, вот это нам повезло сейчас. Если бы он меня сейчас хлопнул в ладошки, я думаю, что оставил мне, наверное, процентов 20 от хп от моего. Есть! Блин, Гром, Малорик, я представляю, если ему 3 звезды получить. Ух, я бы его, наверное, брал бы в основной состав. Ну что же, последний бой у нас с вами. И кто там у нас будет? Кто? Что за враг-то? Ну давай, давай, прогружайся быстрее, а. Так, у нас Колос, ага, мы против Росомахи. Ну, ребят, вы видите все прекрасно сами, как мы отнимаем замечательно жизни у Росомахи, поэтому шансов, наверное, у него не будет. Да, не будет вообще ни одного шанса. Эх, Мазила, даже регенерация, я думаю, тебе не поможет. Опа, оп, 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 пробиваем мы все равно ему блок, как бы он ни старался тут от нас защититься, да. Ух, отлично, Винрей побеждает. Ух, какой злой Колос. Ну и что нам дадут за эти победы? 923 очка. Серия побед идеальна. Множитель бонусов. Следующая серия или продолжить? Ну я как бы уже больше не хочу драться, ребят. Поэтому я думаю, что вообще пора уже закругляться, завершать эту серию и встретиться, как говорится, уже в следующей. Тем более они у меня здесь уже покоцаны. Лечить я их не собираюсь. Так, что у нас тут? Серия побед одна. А сколько нужно получить побед, чтобы я мог получить этого
Коруса Глейва. Так, это не то, это не то. Общение. Так, у меня тут новое сообщение. Привет, я твой фанат. Вышибала Ксавье. Привет. Привет, братишка, ё-моё. Так, привет, бро. Вот так вот. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте, наверное, на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. Будем проходить основную сюжетную линию, как говорится, добивать ее. Ну, если вдруг что-то новенькое появится, то, естественно, заглянем и посмотрим. Ну а на этом все. Всем пока и удачи!